А вы знаете, что такое битбокс? Что? Вы знаете, что такое битбокс? Битбокс, ну да. Я вот заниматься начал недавно. Ага. И мне очень интересно, смогу ли я вас удивить тем, что уже умею. Хочу найти исполнить. Я хочу что-то исполнить просто, да, мне вот интересно. Давайте. Я как бы не особый ценитель, но послушать могу. А вот как раз мне не надо обычного, то есть слушателя, никакого там музыканта, профессионала. Обычного слушателя мнения, так сказать. Давайте. Да, вроде дальше. Если честно, удалось удивить вас или ну, нет? Ну, конечно, конечно, мне понравилось. Я как бы слышала исполнение так, ну, вживую. Ну, скажу, что ваше лучшее было вот так, если вам... Ого, то есть это лучше, чем вы слышали там когда-то? Это лучше, чем я слышала, да. Офигеть, круто, блин, спасибо. А вы знаете, что такое битбокс? Да, я знаю. О. А ты откуда знаешь? В ТикТок, наверное, где-нибудь, да? Я в Ютубе смотрела битбоксить. Я, короче, занимаюсь этим делом не так давно. И хотел бы что-нибудь исполнить вам. Мне просто интересно, смогу ли я вас удивить этим искусством, своим талантом, так сказать. Это там битбокс, это ртом надо бить. Да. Сейчас. Песню я сам сочинил, у меня песня авторская. Про кота. У меня кот сбежал, я про него песню написал. Я люблю котов гладить и чесать, и не стрёмно мне дерьмо их убирать. Но мой кот сбежал, я теперь грущу, чтобы не грустить, пойду его найду. Где кот? Где кот? Где кот? Клёво, я думал, ты, знаешь, я думал, как будто через колонку, я думал, может, подстава какая, нет? Нет, все собственным ртом. Да, я просто не представляю, как так можно сделать на самом деле. Там на самом деле самое главное начать... Оля Кекс тоже... О, ты Оля Кекс знаешь? Да. Конечно, она все знает, это мы ничего не знаем. Оля Кекс я тоже знаю. А вы знаете, что такое битбокс? Битбокс, конечно. А вот я занимаюсь просто, да, битбоксом, и хотел бы вам что-нибудь исполнить. Мне интересно, удастся ли мне вас удивить? Я вот просто смотрю, вы музыку слушаете. Конечно, давай, брат. I remember when I used to feel something. I remember when I... I remember when I used to feel something. I remember when I was just crawling inside. Красавчик, мэн, классно. Спасибо. Давно занимаешься? Лет 15 я занимаюсь. Офигеть. Меня Миша зовут. Ваня, приятно познакомиться. Приятно. Брат, а скажи это свой... Как его?
номер телефона, я хочу тебе там денежку на карту. Ого! Да не надо, зачем? Не, брат, давай я тебе на карту закину. Нифига себе, блин, вообще неожиданно. 2,98. Красавчик, Вань. Спасибо большое, Миш. А ты сам занимаешься, может, музыкой, что-то поешь? Танцуешь? Не, братик, я занимаюсь, я работаю в ресторане официантом. А, я там 300 рублей закинул. Серьезно, блин, куда так много? Достигай успеха, брат. Блин, жесть. Вот на самом деле никого, вот я заметил, люди, которые негативны, тебе там что-то говорят, всегда вот вообще фиг забей, всегда живи в кайф. А без этого никак. Если на все обращать внимание, блин, это можно вообще согнуться. А вы знаете, что такое битбокс? Слышали нет, хоть не, раз, может? Нет, не знаю. Вот слышали, может, когда губами музыку делают? Ртом. А, ну да-да. Я вот занимаюсь просто этим делом, хотел бы вам что-нибудь исполнить, потому что мне интересно, мне удастся вот вас удивить или нет своим талантом. Ну, давай. Насколько хорошо у меня получается, так скажем. Хорошо. Your time when everything's wrong, you make it right. I feel so hype. I got my life. I need to be free, free tonight. Сильно, конечно. Не, очень хорошо. Спасибо. Мне очень оригинально. Спасибо большое. А как сами был? Да, я научился сам по интернету, смотрел уроки. Интересно, конечно. Там всего лишь, по сути, надо три звука сначала выучить. То есть это барабанные в основном звуки, там бочка, потом тарелки и рабочий барабан. И уже с этих трех звуков можно. Все, уже музыка получается. У нас это как-то не особо развитое направление в России. Мало кто знает вообще, что такое битбокс на самом деле. Ну да. Поэтому вот я решил ездить в такси и рассказывать, показывать сразу всем.